Вагнерівці можуть готувати новий етап повернення до Російської Федерації з Білорусі. Так вважають аналітики Інституту вивчення війни. Переміщення може здійснюватися у кілька кроків. Експерти звернули увагу, що на супутникових знімках, які зроблені 9 серпня, видно значну кількість автомобілів у таборі найманців ПВК у районі Осиповичів. А 10 серпня джерело, пов'язане із Пригожиним, опублікувало кадри, які показують, що інструктори Вагнера продовжують навчати білоруських військовослужбовців. Проте російські джерела пропускають, що вагнерівці планують провести другий етап виходу із Білорусі 13 вже серпня. Проте невелика група командирів цієї ПВК залишиться для навчання білорусів. А то, що побачимо ми в найближчому майбутньому, як зазначають про це в Інституті вивчення війни, що будуть перекидати залишки військової компанії приватної Пригожина до Росії. Чи повернуться вони з Білорусі? Можливо, вони вже виконали там всі свої функції, зобов'язання, які на них поставлені були раніше. Як вважаєте? Ну, я бы здесь немножко отделил бы фактор Пригожина от ЧВК «Вагнер». Потому что, очевидно, Пригожина ослабили. А пока то, что вот он имеет, это, по-моему, порядка 2000-2500 бойцов в Беларуси. И вот всех остальных, его боевиков забрали уже давно. Они либо уже под контролем Минобороны, либо они влились в какие-то другие ЧВК. Вот. А если стоит задача вот эти 2500 людей вернуть в Россию, ну, значит, тогда их просто выбивают из-под Пригожина, да, чтобы просто им будет командовать кто-то другой, не сам Пригожин. Потому что, подчеркиваю, несмотря на то, что Пригожин как будто внешне выглядит как прощенный Путиным, ему дали деньги, его отправили в Беларусь, его как мятежника не наказали. Но я думаю, что это временно. Потому что Путин человек злопамятный, он не прощает личных предательств. Он был публично на глазах всего мира унижен. Пригожиным были сбиты вертолеты, самолет, захвачено два региона, да, то есть все увидели слабость Путина, неумение контролировать, неспособность контролировать ситуацию в стране. Поэтому, мне кажется, Путин действует такой двухходовкой, как он всегда действовал. Он сначала типа договорился с Пригожиным, вот, а дальше он дождется момента, когда можно, так сказать, на нем отыграться. Я не знаю, в какой форме это будет сделано. Но, например, когда Путин был начальником штаба Собчака на губернаторских выборах в Питере, и когда они проиграли Яковлеву, да, Яковлев был человеком, контролирующим Питер. И когда Путин стал президентом, как он избавился от Яковлева? Да? Воевать напрямую он всегда боится, он действует всегда хитро. Он назначил Яковлева вице-премьером правительства России, таким образом отрезав его от Питера. И когда Яковлев потерял контроль за Питером, вот, когда там уже был назначен другой губернатор, он от этого Яковлева просто избавился. Да? Uh-huh. И Яковлев вообще в никуда. Uh-huh. Я думаю, что нечто подобное ожидает и Пригожин. Дмитре, а скажіть, будь ласка, от ви наводили приклад голосу Москви, так, еха Москви, і що бренд без людей, які його реалізують і які його втілюють, не має значення. От Вагнер без Пригожина залишається силою, має значення. Ну тому що 2-3 тисячі людей, рекрутувати в Росії 2-3 тисячі людей, вочевидь, це не складно. Вагнер, надо понимать как бы структуру этого ЧВК. Это наемники. Наемники работают за деньги. Кто давал деньги? Ну, конечно, не Пригожин, а деньги давало российское государство. Угу. Поэтому, как кто, извините, да, как это, кто девушку ужинает, тот ее танцует, извините за такое некорректное сравнение. В данном случае, вот кто им платит, кто-то будет командовать. Если Пригожин найдет деньги из каких-то независимых источников, то и будет в состоянии платить, они будут ему верны, пока он платит. Если нет, и найдется кто-то другой, ну, они быстро, так сказать, переметнутся на сторону какого-то другого генерала или другого какого-то лидера, это не имеет значения. Это наемники. Але вони от прям структуровано переметнуться. Тобто сам ПВК, приватна військова компанія Вагнер, вона не змінить структури, вона залишиться от ПВК, залишиться приватною армією.
Я думаю, что это будет уже в другом виде. Государство уже не позволит сформироваться чему-то большому угрожающему государству. Вот. А как, не знаю, там, как такие смертельные батальоны, которых зэков, которых выпускают под пули вперед, да, они будут существовать. То же самое с эхо Москвы. Угу. Да, значит, вернее, не то же самое с эхо Москвы, вот что здесь важно сказать. Потому что, когда я слышу этот бренд, у меня сразу в глазах вырастает, так сказать, фигура седовласого кудрявого Венедиктова. А если вдруг я включу канал или там радио, а там будет сидеть какой-нибудь упырь, ну, значит, для меня это вообще не будет иметь никакого значения. Это как с НТВ. Ушел Киселев, потом Парфенов, команда НТВ, ну, превратилась это в какой-то сливной бачок. Ушла Марьяна Максимовская с РЕН-ТВ, ну, закончилась РЕН-ТВ. Дальше, они же ведь год назад у «Эхо Москвы» отняли частоту, радиочастоту в Москве. «Эхо» было на первом месте. Вот, они там стали транслировать другую радиостанцию, который сейчас занимает 24-й из 25 мест. Понимаете, никто говно это не слушает. Вот. То же самое и будет с брендом «Эхо Москвы». Если это будет в руках Маргариты Симонян, это будет «Зеро». Вот. А Венедиктов уже опубликовал новый логотип, ну такой шуточный логотип в стиле «Эхо Москвы», только там слово охренели, но только на матерный лад, да? И вот, и я подумал, о, вот я бы такой логотип бы вообще поддержал бы, точно бы записал бы себе во все вкладки и слушал бы. Мне не важно, как это будет называться, «Живой гвоздь» или там «Эхо Москвы», или «Охренели», или как угодно. Но я буду слушать людей, журналистов, коллектив журналистский, но не каких-то там упырей на чистоте. Так что вот в этом случае, ну, можно и город Урюпинск в Киев переименовать, да, там, ну, от этого Урюпинск Києвом не станет, ну і так далі. Пане Дмитре, я ще хочу повернутися до вагнерівців і їхнього перебування на території Білорусі, до тієї інформації, що мають їх звідти перекидати назад до Росії. А яка була основна мета, основна ціль того, що вагнерівці знаходились на території Білорусі? Це для Лукашенка, це для Путіна? Я думаю, что это все были промежуточные решения, чтобы ослабить Пригожина, чтобы вообще снять такую проблему, как мятеж, возможно и вероятно. Да? Поэтому, видимо, нужно было дать некие гарантии безопасности Пригожину и какому-то ближайшему окружению. Только после этого они готовы были прекратить свой марш на Москву, видимо, какие-то деньги им пообещали. Вот. Но Путин, поскольку человек, который вообще не держит слова, а с ним настолько бессмысленно договариваться, то есть он на втором-третьем этапе он может пересмотреть все решения в связи с некой политической целесообразностью. Вот. А сначала их бросили в Беларусь. Видимо, Пригожин посчитал, что он там себя может какое-то время сохранить и чувствовать себя в безопасности. А дальше уже Путин или там в Минобороне будут решать, а что делать с этими бойцами. В принципе, вероятно, они им как-то там нужны. Вот. И, конечно, мнение Лукашенко, мнение Пригожина, они здесь уже сильно спрашивать не будут. Дякуємо вам, почули вашу точку зору і дуже дякуємо, що знайшли час та долучилися до нашого ТРО. Дмитро Гудков, російський опозиційний політик, був на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТВ».